Украина на пороге очередных местных выборов. Состояться они должны 29 апреля сразу в 40 вновь созданных территориальных объединенных громадах. И хотя в запасе еще 2 месяца, ряд политических сил уже начали активную подготовку к избирательному процессу. Так об участии в выборах в ОТГ заявил блок Петра Порошенко и еще несколько политсил, в том числе и аграрная партия. С чем идут и какие задачи ставят, расскажут наши корреспонденты. В течение 3 последних лет в Украине прошли выборы в 667 территориальных объединенных громадах. Последние в декабре прошлого года. Тогда за власть в 51 громаде боролись около 40 политсил. Но праздновали победу немногие. Блок Петра Порошенко, Солидарность и Батьківщина. В БПП уже заявили, будут созывать съезд для подготовки к очередным местным выборам. Аграрная партия, которая на предыдущих выборах заняла 3-е место, сегодня провела встречу с партийцами в Івано-Франковске, где также анонсировала свой съезд и участие в будущих выборах. Зараз партия на хорошем ходу и тримає чітко 3-е место на місцевих выборах, хоть уже 2 роки поспіль, поступаючися тільки 2 парламентским політичним силам. Рейтинг загальнонаціональної партії на місцевих выборах сягнув 14% з рівномірною підтримкою у всіх регіонах нашей держави. На сегодня аграрная партия – одна из старейших политической системы Украины. А проблемы, которые поднимает, актуальны для большинства украинцев. Наращивать силы аграрная партия начала с 2014 года. Сегодня она насчитывает свыше 5000 депутатов разных уровней. На днях в Прикарпатті избрали нового главу областной ячейки. Одни из основных першочергових планів є участь позачергових виборів до об'єднаних територіальних громад, які відбудуться в Івано-Франківській області. На даний момент формуються виборчі штаби на районному і обласному рівні і ведеться активна робота з кандидатами на голів і депутатський корпус. Ми впевнені в своїй перемозі, оскільки результати, які досягає аграрна партія в різних регіонах по Україні, підтверджують цю впевненість. На предстоящих выборах аграрии планируют выдвинуть своих кандидатов во всех 40 громадах, а дальше рассчитывают на победу и на парламентских. Перші ключові завдання, які будуть стояти перед нами у парламенті, це податкова система і доступ до фінансових ресурсів. Тому сьогодні в аграрній партії ефективно працює 25 внутрішніх рад, серед яких і аграрна рада, яка вже напрацювала податковий кодекс і не тільки для аграрного виробництва, і ті інструменти, які повинні дати можливість доступу до финансового ресурса. Предстоит серьезная борьба. Конкуренты не дремлют. Против аграриев возбуждают уголовные дела, на партийцев оказывают административное давление и даже открыто запугивают. На прошлой неделе неизвестные сожгли автомобиль члена политсовета партии из Хмельницкого. Но аграрии настроены решительно. На победу. Анастасия Крылатая, телеканал «Интер».